Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. Мы приехали на Стеллу. Хотим сейчас здесь прогуляться. Давно нам мы здесь не ходили. Всей семьей вышли на прогулочку. Милана все фоткает. Милана папарацци у нас тоже, да? Видео снимает. Это Стелла. Там танк стоит, кстати. Сейчас мы вам его покажем. Настоящий военный танк. Там, по-моему, не один, да, стоит? Там их несколько стоят. Круто так. А ты что, там тоже снимаешь? Да, я снимаю. Ты вообще... Куда ты залезешь? Ну, как-нибудь залезу. Вот какой танк. Гусеницы, да? Это ты думаешь настоящий танк? И он был на войне прям? На войне, может, вот он, настоящий танк. Ни разу не видели такой танк. Классификация: боевая машина, пехоты, боевая масса. Т-13. Компоновочная схема, моторно-транспортное отделение, специальный боевой десантный. Смотри, осторожно там. Смотри, осторожно. Смотрите, не провалитесь там, а меня. Я тоже тогда хочу посмотреть поближе. Сзади лестница. А здесь, смотри, уже сложный, да, этот ковшик. Его, может, и там тоже, да? Как танкисты залазили на танк? Вот скажите мне, пожалуйста. Мама. А? А как залазить сюда? На этот, на гусениц? На, Коль, подержи. Я попробую сама. Я хочу подержать. Не надо. Смотришь, танкист я или не танкист? Вот же решетки. Вот. Иди сюда. Мама тоже хочет. Они залазить можно вообще, нет? Конечно. Все залазят. Ты меня снимай, что ты там просто так держишь. Я еще туда хочу залезть. Ох. На тот танк хочу залезть. Мама, танкист у нас. А? А вон, смотрите, там садятся. Нет, мам, сюда нельзя наступать. Нельзя. Не трогай, пожалуйста. Мас. Ты смотри, ходи сама осторожно. Тут, тут пипец так осторожно. Тут очень страшно. Вот здесь открывай. Так, да, здесь пушка, только она закрытая. А смотри, ее можно открыть. Как? Ема. Не хочу. Мы пушку открыли. Откуда там это? Милана, аккуратно, ладно, пожалуйста. Я никогда так не буду. Осторожно, Милана. Прям боюсь за вас. Здесь крючки всякие, видишь? Теперь мне тоже надо как-то слазить. Пойдем туда, меня. Туда. Не бойся, мам. Можно лечь, и он проедет, лишь тебя не раздавит. Видишь, там пространство какое. А можно туда лечь? Нет, конечно. Тебе зачем?
Смотри, вон бомба, водяная бомба, смотри. Наверное, прикинь, если она заряженная. Ну, вот где-то безвредная. Папа, чуть сюда лезь. Это гальваноударная якорная мина М08. Ух ты. Сейчас как порулю. Нет, я. Давай, давай, залази туда. Проходи. Мы на машине еще покатаемся. Давайте по очереди, я тоже сейчас сяду. Ну-ка. А ну-ка, Регина. Ну-ка, двигайтесь, мама сядет. За руль. На кольцах снимает. Снимает она? Куда едем? Батарейка заканчивается. Что-то не взяла батарейку? Помахайте ручкой. Пока! Пока! Не закрывай, а то я не открою. Разве сюда, разве не вон туда? Он их ту штучку откручивают, ставят туда вот эту штуку. Подожди, она должна потом лететь, потом что-то от нее отсоединяется. Вот это. Да, вот это да. Впереди, по-моему, там еще соединяется. Нет? Это как называется? Это боевая ракета? Боевая ракета. Я сейчас полечу на ней в космос. На этой ракете. Что? Торпеда. А, торпеда. Это под водой, что ли, получается? Да. Скорость 29 узлов. Торпеда. А это пушки. Настоящие военные пушки. Офигеть. Да, сюда снаряд. Еще что-то закрываться, по-моему, должно быть. Что-то закрывали здесь. Не знаю, вот рычаг, наверное, да, который... А, вот где-то, короче, не знаю. Не хватает. А меня? А здесь песок, смотри. А зачем песок? А там что? Здесь ничего, тут какие-то деревяшки какие-то. Не знаю, колеса там настоящие. А, максимальная дальность 13 метров. Прикинь, стреляет. Вот так. Обалдеть. Все? Сколько дальность? 13 метров с половиной. Не может быть, 13 километров. Какая пушка. Метров там написано. 13 тысяч, да, с половиной. Еще одна. А пойдемте туда, на речку сходим, посмотрим. На речку! На речку, на речку. На речку, на речку. А там не речка случайно? Смотрите, какая красота у нас здесь. Вон собака, моя самая собака. Стеллу лазит скалолазы, красят ее, белят. Вот эти веревки, да? Представляешь, сколько метров надо туда залезть и все это побелить. Вот они работают. Но здесь мы на речку не пойдем же, какую-нибудь. Спустимся. Там везде все было перекрыто. Видно, какие-то ремонтные работы идут. И мы вот идем здесь. В обход. Здесь какой-то вход, лестница. Он всегда здесь был или нет? Короче, очень давно и долго здесь не были, что нам все кажется, как будто впервые здесь вообще. Все новое. Вот такое вот здесь. Я не знаю, как это назвать, как типа заповедника какого-то, что ли, сделали. Парка, да. Все такое зелененькое, лавочки стоят, фонарики. Дом детской площадки. Короче, идем на речку. У меня уже батарейка садится, а новую я не взяла. Здесь розочки. Ирисы желтые. Мы пришли к речке уже. Здесь такая красивая бандежка стоит. Очень круто. Сейчас мы и туда пойдем тоже. О-о-о. Бандежка. И как ее по-другому называть, я не знаю. Я ее бандежкой называю. И вон там, посмотрите, речка. Красота, да?
камушки. Я же им говорила, что идете на речку, будете камушки кидать. Это наш большой Урал. Здесь идет небольшой лесок. Я смотрю, здесь есть такое вот бревно, я не знаю. И там есть какие-то надписи. Сейчас мы с вами пойдем прочитаем. Кто-то, видно, сердечки какие-то. Вот. Люблю, Лиза. Всякие надписи оставляют, наверное. Вика, Юра, Люба, Вика. Много кто здесь пишет. Здесь тоже. Вот. А зачем тут пишут? Просто на память оставляют. Очень такое большое бревнышко здесь. Вот. Илона! Я на фоне смотри! Него. Что нашла? Что написано? Что там нашла? Что там написано? Смотри. Что там? Махабартын. Айым. Что-то на казахском написано. Пойдемте там по дорожке. А я просто хочу пройтись, прогуляться, поболтать. Дождик капает, и представляешь, сейчас дождь пойдет. С этой стороны лес получается, а с этой стороны речка. Вообще очень люблю природу, но очень боюсь лес. Там вот кто-то идет тоже. Не знаю, как можно здесь купаться. Нет. Вообще будет, когда тепло. Сейчас запрещено купаться. At a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but couldn't take us too seriously. Так красиво, как на море, только вода такая грязноватая, коричневая. А так очень красиво, да, река смотри, обтекает прям бережок, так прям гладенько все. Птички летают. Где? Вот птички летают маленькие, видишь? Ласточки, смотри, у них эти хвостик вот так вот торчит. Видела, ласточки летают. Все, нагулялись мы уже на стеле. Собираемся сейчас на площадку, потом домой. Поэтому я хотела попрощаться. Всем до новых видео. Всем пока-пока. Говорите пока. Пока! It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around.